15 февраля мы вспоминаем и чтим подвиг соотечественников, проявивших самоотверженность и преданность Родине в боевых действиях за пределами нашей страны. На протяжении 10 лет наши военные в тяжелых условиях вели бои с меджахедами на территории Афганистана. Они защищали местное население, выполняли задачи по охране важных промышленных предприятий. В 35-ю годовщину со дня вывода войск ульяновские ветераны Афгана собрались во Дворце культуры губернаторский. Я сам служил с декабря 79 по май 81 год. Поэтому у нас в районе сегодня происходило очень много мероприятий. Возложение цветов памятнику погибшим в локальных войнах. Вот. И в этот день как бы нас праздник со слезами на глазах. И я хочу в этот день пожелать всем своим сослуживцам, всем, кто имел участие в Афганистане. Крепкого здоровья, долгих лет жизни. Душевные песни под гитару, мужчины в медалях и орденах. Представители духовенства и общественные деятели также пришли отдать дань уважения нашим военным. Сейчас, когда идет специальная военная операция, много молодых парней, так же, как те ребята, которые шли в Афган, исполнять свой интернациональный долг, также идут защищать свою родину. Но очень много афганцев сегодня пошли в добровольческие соединения тоже помогать. И они помогают не просто словом, они помогают делом. Минута молчания, гимн Российской Федерации. И далее продолжили официальную часть церемонии награждения. Благородно и мужественно наши воины-интернационалисты прошли через все афганские испытания, решили поставленные Отечеством задачи. И, возвратившись на родную землю, продолжили безукоризненно выполнять свой воинский, гражданский, человеческий долг. В зале присутствовали ветераны боевых действий, участники специальной военной операции, матери и вдовы погибших воинов, семьи участников СВО и действующие военные. Гостей мероприятия наградили благодарственными письмами и именными подарками. После торжественной церемонии состоялся концерт. Для публики выступили известные творческие коллективы Ульяновской области. Виктория Черкова, Герман Баранов. Управда ТВ.